Ребята, вот мы и пришли, сейчас будем осваивать эту территорию. Вижу, один сабельник уже видно. Вот он, эти, его воздушные корневища. Корневища, вот они. Извиняюсь, что так получилось, что вырвал с корнем. Вот это уже, видите, маленькие идут. Это уже корень получается. А нам сам нужен, где вот этот воздушный корневище, вот эта часть, короче. И мы, аккуратно, не выдирая, будем подрезать именно вот тут. Вот именно вот так будем подрезать. Вот. А вот такую часть мы уже будем оставлять в земле. И будем это делать очень аккуратно. Потому что пускай растение растет, оно такое же, как и мы. Ему надо размножаться и расти дальше. Ну вот так вот. Там во всем будет неприятный фактор, это вот обдирать вот эти листочки. И они будут обдираться очень плохо. Ну, в принципе, снег не липкий, но их обдирать очень долго. Сабельник собирать самое время. Все, короче, его силы ушли, именно находятся в корневище, чтобы весной зайти. И вот именно поздней осенью собирается или ранней весной. Выглядит вот так спереди. Эти. И макушечка еще уже зелененькая. Вот. Каждую веточку приходится доставать сабельника из-под снега. Вот. Чтобы не травмировать ее, там обрезать. Руки все, короче, получается у нас это постоянно в снегу. И поставили газовую горелку, чтобы маленько отогревать руки. Ну вот так вот. Это вот шторка регулируется. Хочем так. И потом кушать приготовим. Видим макушку сабельника. То есть нам надо, в принципе, дойти до земли. Дальше будет корень. Ну давайте сейчас просто дернем и посмотрим, как это будет выглядеть. Вот, если выдрать. Видите, и дальше корень. Мы сразу четко отделили. То есть вот эту часть маленькую отловим. Отловим. Будем отламывать. Удалять будем. Вот. А эти листики все очищаем. Для суставов очень полезен сабельник. Ну вот такая вот штука, ребят. Да, сколько из моей практики, часто такие вот места зарастают вехом ядовитым. Он очень ядовитый, короче. И даже пары, короче, его очень ядовитый. Бабушка корни его запарила, накрылась полотенцем. Через 15 минут ее обнаружили мертвой. Так что, знаете, ни в коем случае ваш сабельник не должен попасть в вех ядовитый. Это надо знать. И вот я как вам проговорил, чтобы меры предосторожности соблюдать. Не только полезные растения растут в тайге, но и, короче, бывают и ядовитые. Даже виден цвет, видите, сабельника. Вот так он выглядит, цвет засохший уже. Вот она тоже. Ну получилось так, либо сильно холодно, либо что-то я недопонимаю, неправильно делаю. Но короче, он газ медленно идет. По-моему, слишком холодно. Домой придем, проверим. Вот, ну насколько разогрелось, настолько разогрелось. А мы сейчас с вами, короче, что сделаем? В таких походах, конечно, лучше брать, как говорится, и термос. Вот. А по зиме все равно термос. И положим кусочки чаги, наши, короче, шиповник, все, короче. И пусть оно, короче, вот на этом огне настаивается. Наша чага сразу цвет дала. И шиповничек тоже. Ну, будем пить так. Это тайга, ребята, это, короче, все газ, это все не по-таежному. Надо вот конкретно уже заниматься, идти брать какие-нибудь две дровины. Ну, мы еще недостаточно собрали сабельника. Наша задача собрать сегодня сабельник. Вот, поэтому вот такими делами потерпим. Пока что не будем заниматься. Положил тропу дальше в поисках сабельника. Давайте попьем наш чаечек классный. А, ребята, аромат. Для иммунной системы хорошо. Ну, вот эта плиточка. Вот фирма вот такая. Вот такая. Тут снег. Все в снегу, короче.
Хорошо, все, надо сразу, короче, мешки убирать. Иначе присыпет, короче. Засыпет все. Ну, вот так. Брал с собой яйца, короче. Думал пожарить, короче. Ну, тут, видите, газ холодно. Так холодно, что газ плохо работает. И им придется яйца съесть так. Покушали, чаю попили. Все четко убрали по местам, короче. Вот. Шапка, смотрите, короче. О, вся в снегу, короче. Вот такая штука. Ну, если будут руки мерзнут, то надо будет думать что-то с костром. Вон баланы лежат. В принципе, будем думать. Зажигалки тоже все не работают. Приходится ложить в ближний карман, короче, чтоб к телу. По-другому стал я делать. Стал, короче, полностью как расшаривать вот так все. Вот это все. Вот видим, да? Сабельник. Берем его и ножом уже к земле и подрезаем. Вот он подрезанный. Этот. И все, короче, кладем кучу. Потом с этих куч будем сечать опять. Вот тут надо очистить все. Все очистить. Вот. Очистили. Видим, он какой шикарный сабельничек. Опять ножом берем под низ, короче, отрезаем, отрезаем и кучу скидываем. Потом с этой кучи придется нам каждую веточку, вот эти листики, все, ребята, убирать. Ну вот так придумал я, делать так буду. Двумя, сейчас в одной руке камера, с двумя руками удобнее. Ну камера даже, представьте, как холодно. Камера, короче, села. Все, теперь приходится на телефон буду снимать. Вот. И получается у нас по, короче, сабельнику год на год не приходится. И каждый год тут может быть он даже и вода стоять. Только верхушки будут торчать сабельника, а внизу будет вода. Ну вот так вот. Вот у нас, ребята, получилась осина. Подойдем к той. Та лиственница, та будет хорошо гореть. Нам надо три балана, короче. Сейчас попробуем взять их. И надо еще будет нам найти бересты. Три балана и бересты. Ну, вот так вот. Вот эта штучка, видите, с шишечкой. Она будет хорошо гореть. И, в принципе, харис готовится. Вот эти веточки кладутся. Вот, много-много их. И сверху свежий харис, короче. Харис, собственно, в соку получает прелесть. Ну, что... Забираем их, вот. И надо какой-то бы и сырой балан нам притащить было, чтобы он тлел. И пойдем там попробуем бересты у березы попросить. Ну, вот так вообще. Шорт сделаем. Зимняя тайга, да? Как мы собираем, короче, греть руки. А то руки-то мерзнут. Вот. И вот такие вот именно с шишечками. Шишечки гореть будут, и на разводку будет хорошо. Ну, вот так все смотрится. Ладно, что надо делать, делами заниматься. В лесу, в тайге отдыхать некогда. Нам березка вот такая вот. Я сам заметил, что-то она горелая. Вот подошел, вот видите, кора. Вот у нее попросим, возьмем коры, короче. Ну вот, ребята, развели небольшой костерок, как мы сделали. Вниз положили сырую осину, по бокам пока положили эту лиственницу сухая. И все у нас будет гореть. Вот эти веточки взяли, веточки с лиственницы, вот эти. Вот, на них, которые харюс готовится, очень четко. Вот. И вот так. Зимой вот так костер делаешь. Тут положили перекладинку, чтобы подув воздуха был снизу. Вот. И все у нас прекрасно, видите, горит. Даже, в принципе, кору можно убирать. Кора. Береста. Ну вот. Все. Теперь мы можем и приготовить и чай, и завтрак, короче, себе. И, конечно, погреть руки. Потому что не зажигалки, газ, короче, так холодно, что газ даже не работает.
Сейчас, короче, угли на этой появятся, на этой. И будет все гореть окей. Ладно, все. Ну, а нам предстоит, вот мы сабельник нарезали, то есть четко именно воздушные побеги. Теперь надо, короче, вот эти листики все у них обдирать. Идет снег, вон, видите, я сколько наложил уже, и оно все заметает в снегу. Вот. И вот эту кучу надо будет всю перебрать. Много листов останется. Ну, берется за макушку и проводится вниз. Если бы раньше я это делал, то листья крепко еще держатся, и они плохо отстают, короче. Если еще дождь, еще прилипают, и плохо вообще чистится. Сейчас более-менее в мороз нормально. Ну, вот так вот. Получается так. В принципе, нам костер постоянно не нужен. Если мы хотим руки погреть, вот, перчатки, то берем вот эти веточки от лиственницы с шишечками, вот такие. Вот видите, вот такие шишечками. Они очень сухие. Вот. И один меня учил, говорит, ты таких вот веточек набери, наклади и сырого туда хариуса. И вообще хариус в собственном соку. Все, эти веточки прогорят. Угли вот тут будут оставаться. И когда надо, мы придем, веточки подклали, руки погрели. То есть экономно, практично. Все по-таежному. Экономия, жесткая дров. Основная задача, как бы, собрать сабельника достаточное количество. И получилось, что перчатка хуже даже. Руками берешь, просто голыми. Вот. И обрываешь. Так проще. А в перчатках они, короче, намокшие, короче, их сушить надо. И получается, что это когда режешь, вот тогда, ну что, пойдем руки греть. Так, давайте наши ветки сейчас ломаем. Вот так, вот такая икшает он. Сейчас подломаю, включу. Вон какой эпизодичный, короче, сибирский борщевик. Вот сейчас с него мы сделаем дудку. Ножом отрежем. Ну вот опять у нас, ребята, огонь. Это классно. Вот. Возьмем дудочку. Вот эту. Нашу дудку. Но я не знаю сейчас, как сбоку будет смотреться. Как я буду дуть. Просто шик, блеск, красота. Вот такая дудка. Вот, руки погреем. Ладно, спасибо, место. Спасибо огромное. Все, замерз уже капитально. Надо идти, короче, вот, домой греться. Вот, сабельника еще тут много. В принципе, потом можно прийти еще пособирать, если надо будет. Ну, как-то так. Ну, ладно, ребята, наверное, больше снимать не буду. Пока-пока. Всем удачи. Ничего, что ты такой красивый походишь. Снеги. Птички еще чирикают. Домов настроили земляные муравьи. Это их все столбики. Вот посмотрите, сколько. Как будто бы это сусликов бугорки. А это земляные муравейники. Так пойдешь летом и за них застреешь. Ну вот, как смотрится термитник сибирский. Термитники сибирские. Вода, ребята, смотрите, превратилась во что? В лед, короче. Вот такую воду пью. Ну вот теперь переработка, ребята. Пока он у нас в таком состоянии, мы его можем нарезать, сабельник.
короче, режется трудно довольно. И вот такими 10-15, короче, на сушку нарезаем. Вот видите, сколько усилий приходится вкладывать. Этот тоже распустим. Вот еще одна переработка. Вот, вот так вот. Вот, ребята, получается как. Смотрите. Короче, доска практически не нужна. Берется нож. Нож. Ну вот. Ножиком перегибаешь вот так. И отрезаешь. И все. Дольки получаются нормальные. И доска не нужна. Ну вот, ребята, радиаторная батарея, это вообще... Она сушит, как русская печка. Короче, мы вот на радиаторных батареях разложили вдоль, поперек. И посмотрим, за сколько она высохнет. Ну вот, весь наш сабельник. Но Федор говорит, дня три и будет готово. Окей. Горелка дома работает отлично, видите. Там просто низовая температура, газ не работает. И вся надежда на костер. Так что это надо будет знать и учитывать, ребята. Пути мы использовали приложение GeoTracker. Все показывается конкретно. Вот смотрите, где мы собирали сабельник. Вот так все указывается. То есть можем посмотреть статистику. Длина 11 километров. Максимальная скорость. Средняя скорость. Перепад высот, на которой мы были. Вот. И по карте... По карте мы можем, вот смотрите, открываем, тоже указывается, сколько прошли время в пути, ну, я останавливал трек. Вот, вот эти штучки показывают саму карту. Скачивать можно, делиться, редактировать, удалять, и можно продолжить трек. Скачал я это дело, короче, ребята, вот отсюда. Из Play Market, короче, GeoTracker. Ну ладно, все, в принципе, и пока называется GeoTracker. Да, еще получается ботинки. Мне сильно один вот этот сапог сильно жал. Это вот у нас фирма такая. Надо, короче, покупать большим размером. То получается, вот давайте чуть вытащим, посмотрим, что с ним. Ну, короче, вот тут получается у него... Какая-то штука такая, что его видно, тут он прогибается. Либо тут, короче, на размер надо больше. Я замучился просто, и под гору спускаться сильно тяжело. Так что вот это надо учитывать. А, как говорится, походник без сапог. Это что сапожник без сапог, понимаете? Что ноги можно, короче, ну я не знаю, жал какой вот этот. В принципе, на ногах. Ничего не осталось. Ну, как-то вот так, ребята. Так, ребята, ну вот, видите, через сутки давайте посмотрим, как у нас высох, значит, он на вот такие радиаторные батареи. Вот, посмотрим, как высох. Вот, смотрим, берем одну и смотрим ее. Вот, он, сверху она выглядит так. Спереди, короче. Да, в принципе, за сутки оно успевает. Это вот наверху лежало, которое. И сейчас возьмем, которое снизу. Вот. Видите, он достаточно сухой. На ломкость надо его еще. Так выглядит зелененький, что он. И на ломкость. О, видите, ломается сразу. Вот. Ну, в принципе, все высыхает. Будем иметь в виду. По сабельнику вот эти... Радиаторы такие в домах многоквартирных стоят. И еще вот сутки он пролежал. И давайте, чтобы было совсем понятно, возьмем с верхней. То есть он выглядит так. Вот так выглядит спереди. И на ломкость. На ломкость. Вот этот, да. Вот так он. В принципе, и суток хватило. Давайте вот этот возьмем. Посмотрим. Так, вот так он выглядит. Так выглядит. Вот видите, ломается. И что-то непонятно еще сверху одну. Все-таки еще 2 дня надо полежать, наверное. Так, так выглядит. А это мы тоже взяли. Ну, вот такая штучка.
Ну вот, ребята, я не поленился. Собрал весь наш вчерашний сабельник. И за сутки он высох. Посмотрите, вчера он был 860 грамм. А сегодня, посмотрите, сколько? 450. А вчера был 860. Вот, который весь мы сабельник собрали. Вот. То есть он потерял, это вот считайте, 400 грамм он потерял. 400 грамм. Вот. И превратился вот так, за сутки, вот таким способом. Вот он ломается, все. Вот он четенько ломается. За сутки. Короче, в два раза он сбросил в весе. Это надо учитывать и как бы, и, ну, знать.